Да, для нее. Обходит Татьяну Воложанину. А на ковре появляется Лала Крамаренко, «Россия». Прекрасная цыганочка в исполнении Лалы Крамаренко. Зажигательное упражнение. В принципе, тоже без грубых помарок, ошибок, в хорошем темпе. Лала справилась. Ну, мне сейчас, глядя на это упражнение, вообще вот что подумалось, что Лала еще пока... Ну, первый сезон взрослый, да, и понятно, что она подходит с такой вот какой-то... может быть, излишней дисциплинированностью и строгостью к упражнениям, но видно, что она девушка очень пластичная, очень выразительная. Я думаю, что с возрастом она только расцветет, и в плане артистики я уверена, что Лала будет только прибавлять, и мы ее будем видеть еще более артистичной, еще более яркой. Непощенной, наверное, да. Но я думаю, что многие, услышав фамилию Лалы, тоже задались вопросом. Да, известная футбольная фамилия, и отец известный футболист в прошлом, и дедушка. Так что Лала тоже с хорошими спортивными традициями.